Кунцево. Кунцево 1 обозначено на схеме железной дороги. Нет, 7 секунд я не пойду, у меня уже ноги не очень слушаются хорошо. Устал, я очень много снимаю в последнее время. Практически каждый день. Вот вчера не ходил, вчера понедельник был, у меня такой хозяйственный день, как говорили раньше. В военных частях или воинских, как хоздень. Всякие домашние дела надо делать. Поэтому я никогда... Вот сегодня уже пошел снимать. И непрерывно уже, наверное, неделю в таком режиме. Подустал, честно говоря. Даже уже где-то начинаю так подспудно желать, чтобы погода испортилась. Чтобы появилась, так сказать, возможность законная никуда не пойти. А улица называется улица Красных Зорь. Довольно поэтично. Улица Красных Зорь. Ну, собственно говоря, прогулочка тоже наша подходит к концу. Лучше, конечно, что я вышел пораньше. Я еще более-менее нормально вернусь домой. И, может быть, отдохнуть успею, еще покатаю последние денечки. Башенки такие. Улица Свиридова, кстати говоря. Сейчас прочту. Названа в 65-м году в память героя Советского Союза, командира эскадрильи пикирующих бомбардировщиков Алексея Андреевича Свиридова. В 43-м году погиб. Видимо. Так, ну сюда-то я зарулил чисто в познавательных целях посмотреть. Хотя смотреть-то здесь особо не на что. Кунцево стейшн.
Я вижу спуск. Вроде спускается. Я сейчас туда же пойду. Но тут хочу посмотреть я отсюда. Страшное дело, да, что здесь нет загородки. Представляете себе, идешь так, уткнувшись в смартфон, и все. Костей не соберешь, то самое, что называется. Девушки. Нет, не решились помахать ручкой. Смотрят, улыбаются. Мне надо быть очень внимательным, потому что я уже плохо контролирую, честно скажу, ситуацию. Ну, не потешит нас поезд, вот что-то гавкнуло такое. Ура, ура!